Всем привет! Это прогноз погоды от Блокнот Волгограда. И какими будут эти выходные, расскажу вам я, Виктория Меринова. В голове у всех лишь один вопрос. Где снег? Ну какой же декабрь без снега? Спокойно, и я отвечу вам на этот вопрос. В пятницу 17 декабря ожидается снег с дождем, но снега мы так и не увидим, так как он будет мгновенно таять. Потому что синоптики нам обещают днем плюс 1, а ночью 0 градусов. В субботу 18 декабря снова снег с дождем, но вероятности, что он задержится в Волгограде, очень мала, так как синоптики нам обещают днем 0 градусов, а ночью минус 1. А вот в воскресенье 19 декабря ожидается снег. И надежда, что он останется в Волгограде и подарит нам новогоднее настроение, очень большая, так как днем будет минус 1, а ночью минус 2. Ищите сотрудников в свой штат или ищите работу с достойной заработной платой, заходите на сайт «Блокнот Волгоград» в раздел «Работа» и на страницу Instagram. Соискатель найдет работу, а работодатель – сотрудника. Но неужели это не повод остаться дома, украсить дом, кто ждал снега для полного настроения, и испечь новогодних печеньев? По-моему, это замечательный способ отметить день выпечки печеньев, который отмечается 18 декабря.